господи, у меня нет 20% даун. В каждой сделке есть свои нюансы. И это очень большой миф и недопонимание о 20% даунпеймента. Если вы уже готовы к приобретению недвижимости в США и услышали от сарафанного радио, что вам необходимо иметь 20% даунпеймента, то мы сегодня готовы вам открыть большой секрет. И для этого я пригласила эксперта в области ипотечного кредитования Элла Гурфенкель из Портленда. И Элла готова нам рассказать о возможностях, о которых вы даже не подозреваете. 100%. Это тот вопрос, который, кстати говоря, волнует практически всех. Господи, у меня нет 20% даун. Что теперь делать? Что делать? А если у меня... Меня обычно, знаешь, какой вопрос задают? А сколько я могу самое маленькое сделать? Вот самое маленькое. Потому что промежуточные стадии, как правило, уже всплывают потом. 100%. Но вот все знают про 20% даунпеймента, и всех интересует, ну вот, а самое маленькое, могу я там сделать, ну, я не знаю, там, 1%? Так вот, открою большой секрет для очень маленькой такой компании, огромный такой секрет. На самом деле, положив 20%, откуда пошел миф, и это очень большой миф и недопонимание о 20% даунпеймента. Начиная с 60 какого-то года, если кому-то очень интересно, я нарою какой конкретно год, начиная с 60 какого-то года, 20% даунпеймент в Америке в общем и целом не требуется. Дом можно купить и без даунпеймента, между прочим, существуют программы. Можно купить с минимальным 3% даунпеймента, 3,5% даунпеймента, 5%, ну и т.д. Опять же, откуда пошел миф о 20%? От Mortgage Insurance. При 20% даунпеймента Mortgage Insurance не требуется. Так вот, Mortgage Insurance не есть враг на самом деле, а 20% даунпеймент – это как раз тот момент, когда у вас процентная ставка на ваш заем на самом деле будет выше, чем если вы положите или меньше даунпеймент, или намного больше. Вот а так. Вот если вас интересуют детали, и, как я всегда говорю, в каждой сделке есть свои нюансы, обязательно обращайтесь к лендерам за подробным объяснением. Потому что для того, чтобы ответить на конкретный вопрос, касающийся денег, цифр, процентных ставок, нужно смотреть на ваши кредитную историю, ваши финансовые возможности и квалификацию. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, пишите ваши вопросы, мы с удовольствием вам ответим. И, конечно, пишите нам директ. Абсолютно. Опять же, у каждого совершенно разные ситуации. Как бы похожи на поверхность они ни казались, они реально в каждой транзакции, в каждой сделке отличаются одна от другой. Поэтому не слушайте сарафанное радио, не кивайте на соседа, а обращайтесь напрямую к источнику информации. Ждем ваших вопросов. Ну а про сарафанное радио. Это не всегда плохо, иногда это очень хорошо. Поэтому подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видео и... Делитесь со своими друзьями. Пусть наше сарафанное радио будет полезным.